В начале тренировки, помните, работали, да, вот я вам дал этот челнок. Не челнок даже, а подскоки, да, такое передвижение. Скаковое, да, вот это. Тан-тан. Это подскок. Так-так-так, да. Но суть в чем заключается? Вот сейчас вы попробуйте первый, второй номер. У вас будет простое действие. Техника. Простое действие. Первый номер наносит, работает не в подскоках, работает не в челноке. Первый номер работает ногами под собой. То есть вот я первый номер, да? У меня все удары идут на левый шаг. Но шаг опять, помните, что я говорю, не на полную стопу. Носок туда. В этом случае нога... Ну не делай, я отвлекаюсь, прошу тебя. В этом случае у вас нога идет, носок идет, голова не тянется. Потому что если пяткой, будете вот так делать. С кулаком. Вот. Второй номер почти делает то же самое, но немножко другое. Что это значит? Второй номер. Для этой работы нужна дистанция дальняя. Если вы будете на средней дистанции стоять, как бы он ни двигался, как бы он что ни хотел, но от моей руки уйти невозможно. Все издеваться может тут. Поэтому, почему я и говорю шаг? Партнер видит, как противника, почти то же самое, только теперь не уклоны. Вот ты сейчас понял, что ты делаешь, да? Вот эту работу. Раз, раз, два. Раз, раз, два. Раз, раз, два. Раз. То есть я первый номер. Раз, два. Да. Хорошо. То есть ты вот падаешь на ногу. Там передняя нога на носок идет туда. Раз, два. Раз. Посмотрите еще раз справа. Левая. Левая у меня идет шаг с ударом, а правая идет удар шагом. То есть я толкаюсь вперед. Но не на полную стопу, не хочу, чтобы вы могли сразу обратно сделать движение. Да. А второй? Расскажу. Поднял кулак. И второй номер делает как раз вот этот челночок, так называемый, иди сюда. Вот этот челночок он делает, да. Смотрите, я второй номер, ты ударное действие, пожалуйста. Вот я с тобой. Ну, нога просто вперед. Что я сделал? Я здесь не плечиками кинул, я пытаюсь отпрыгнуть в сторону и качнуть плечами немножко, ногами, поймав его руку. Почему я и говорю, что мне нужна, если я буду на средней дистанции, я не успею сделать. Здесь дальняя дистанция. Дальняя дистанция, это вот фактически, вот ваши две руки. У него идет шаг, вы видите его ударное действие. Еще раз. Вот тут качнуть. Вперед, назад, вперед, назад. Так. Неважно, смотрите, здесь не важно вам. Вперед вы делаете действие. Либо назад. Помните, вы фронтально работали приставным шагом, что влево, что вправо. Так и здесь у вас. Я падаю плечами, но не опускаюсь на пятки. И что у меня дальнейшее действие? Его кулак пролетает мимо. Рука заряжена. Я не опустился на пятки, я качнул плечиками. Обратно плечевой переворот, и я вот в этот треугольник попадаю. Правый прямой. Наклон. Никакого поворота. Короткое движение. Там здесь. Вперед, назад. Там. Все понятно. Вот второй номер для, скажем так, для не остротещей, для наоборот подстраховочки. Давайте делать вот такое действие, так ладошечку ставят. Ты первый, ты удар. Давай. Нет, ты в подскоках работаешь, я бью удары. Ты назад ушел. Долго. Видите, он ногами пробует уйти. Ты не успеешь. Как
То есть на одной и той же оси просто за счет качка? Да. Не просто. Ну почему? Ты вот. Раз, оп, раз, оп, раз. Оп. Не важно, просто на. Да, просто сброс плечевой. Вот он, наклон. Вот, наклон, просто. Вот, смотри. Вот плечиками. Угу. Вот просто ты. И башка твоя уже ушла. Попробуй. Да это все. Туда обратно качнул. Вместе. Вот здесь очень важно, что ты качнул, придержать кулак. Придержать кулак. Еще раз. Да просто вверх. Видите, что он сделал? Он качнул, и у него. Он не специально стал сейчас разворачиваться на удар, ребят. Вот смотрите, что сделал. Он качнул, и отсюда у него рука уже пошла. Естественно, что его стало разворачивать здесь. У него, раз ты качнул, посмотри на меня. Правый прямой мне в голову. Просто. Просто правый прямой, не крути жопу. Исходное положение. Смотрите, где его плечи должны были бить. Отсюда пойдет удар, тем более с ногой. Но мое-то плечо еще ниже, угу. На локоть. Убирай руку. Я никак не могу попасть ему. Я раскрываться буду. Я раз сюда наклонился, что я делаю? Я обратно. И вот отсюда уже, когда плечо перевалилось, качнул, ударил. Теперь вы это еще в движении делаете. Так вы делали. То есть я, неважно в какую движение, вперед, либо назад. Там, 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 там. Раз, два, вот тут покачать, хорошо? И второй номер поддерживает ручку немножко. Не надо, вот вы, смотрите, еще второй момент. Здесь очень интересная ситуация. Раз вы качнули сюда, да? Вот правый прямой. Правый прямой. Все, движение, давай. Ну, в движении, не надо ставить памятник понял, делать. Понял. Вот он ты. Так ушел. Тан ушел. Тан ушел. Ну ты будешь бить да или нет? Уже, да кидай, уже. Какая сейчас, разница? Сейчас, 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 сейчас. Кидай кулаки, просто кидай. Мне в голову кидай. Суть в чем? Вы уже, раз вы сделали это, дай руку. Раз вы сделали сюда, вы уже на средней дистанции. Вам ни в коем случае не надо прыгать вперед. Понимаете? И вот чтобы вот так в лоб не попадало, я бью удары. Давай ты качай. А, ручку. Оп, все, я еще. Плечко раз подстраховался. Оп, ну, плечо подстраховался. Поехали, пробуем. Пошли, 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 пошли.